Добрый вечер, дорогие друзья, вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 2 августа 2023 года, и наш красавец Чинзана нашел себе любящую и заботливую мамочку. И после кастрации через недельку поедет жить в Финляндию в частный загородный дом. Будет дружить с котиком Мейкуном, потому что у нас тоже есть котик Мейкун, с которым дружат наши собачки породы Чихуа. Давайте пожелаем нашему Чинзана долгих-долгих лет жизни в новом доме. В принципе, у него ничего практически не изменится в его жизни. Он также будет жить в частном доме, гулять на частной огороженной территории, жить в любви, в ласке и в заботе. В любящей семье, хозяева взрослые, детей вырастили, внуки, как у нас, приезжают на непродолжительное время. И мы в субботу вот записываем Чинзана к Виктории Владимировне, нашей ветврачу, на кастрацию. И мой муж отвезет Чинзана аж прямо до самой границы с Финляндией, где его уже заберет мамочка его новая, которую зовут Верочка. Пожелаем Чинзана долгой-долгой и счастливой жизни в новом доме. Всем пока-пока и до новых встреч!